Йиху, всем привет, меня зовут Артём, подходите канал с обогречением. Опять будет метро. И короче, тут решил начать дальше проходить первым аккаунт. Короче, время пошло. Да прошло очень много времени, вроде бы месяц, вроде бы два. Хотя два, наверное, вряд ли, скорее всего, полтора. Короче, только подравнял статы своим. Ну, только немного. Ради, конечно, хотелось бы побольше, но... Так слишком долго на уровне сижу. Так что думаю, уже пришло время дальше продолжать тут снимать. Короче, вот такие статы. Так, конечно, тут далеко не идеально. Но все-таки это лучше, чем раньше, гораздо лучше. Так, конечно, КП под 35 уровень рекомендую стремить 750 меткости. Да-да-да. 750 минимум. И минимум 650 владений. Но это не так уж и просто, как видите. Да, за полтора месяца, короче. Смог только этого достичь, только такой отметки. За целый день трудился, пытался заработать как можно больше пуэк в день. Все равно не так уж просто это. Такое очень долгое и нудное дело, такое чтение на уровне этом. Да уж. А ну я, короче, расскажу вам, почему мне такие плохие статы. Так, дело в том, что я раньше, когда только начинал проходить в метро, думал, чем больше, точнее, чем быстрее повышается уровень, тем лучше. Поэтому себе на арене сражался тут, всеми коррекции на опыт обменивал и так далее. Да, и за это сделал очень зря. Допустил очень серьезную ошибку. Короче, сейчас назовем это ошибкой молодости, то, что все тут видите. Да, репутация капец минус если. Уже выкрался, короче, набиванием репутации Рейху. Ну капец, провел уже более 6000 боев. Я же самому не верится в этом, как так получилось. Я сам в шоке просто, когда смотрю на это, на этот ужас. Да уж, хочешь тебе пожурим все исправлять. Пытаюсь исправить, но это не так уж и просто все. На репутацию назначать придется целую вечность, наверное. Просто громадную вечность. Но я, возможно, попробую это сделать как-нибудь. Ну, когда-нибудь, возможно. Ладно, пока что продолжаю наш проходить квесты просто. Выравнивать свои статы. Надеюсь, я успею до следующего уровня сделать 650 владений. Очень надеюсь на это. Да, если не получится, то вообще облом. Просто облом. Ладно, короче. Так, секундочку, надо тут суп мышки настроить. Так. Так, кстати, уже тут новый клан вступил, как видите. Уксус вступил Айрус. Да, и с Айфа ушел давно. Да, понял, что у Айфа все. У Айфа, наверное, больше нету будущего клана. Да, тут начали люди уходить и так далее. Ладно, короче, я тебе покажу клан, только вот так покажу. Там вот Укрус Пилайрус. Один из самых топовых кланов. Да, то, что тут рейдинг такой небольшой, не обращайте внимания. Это ничего не значит. Тут люди очень такие прокачанные. Хрен кто победит их. Потому что мы самые сильные, один из самых сильных кланов. Хоть и людей у нас тут не очень много. Только максимум 30 помещается там. Ну все равно. Вообще, мы как бы побеждаем. Даже тех, у кого там 50 человек. Без проблем побеждаем, бывает. Время от времени. Вот наш клан очень сильный. Скажу сразу. И мы непобедимы. Пошел у нас клан один из самых топовых, скажу сразу. Хоть и не... Да, ё-моё, куда я нажал? Да, хоть и не находится в топ-100, все равно. Клан реально сильный, скажу сразу. И этот клан мне нравится. Так что давайте. Ну, пришел время изменить, короче, ник. Ник нам. Артём. Усэн. Хочу знать, что значит Ухус Пилейрус. Во. Так, короче, нормально. Так, секундочку, я тут звук настрою, подождите. Ну так. Награда вроде бы неплохая, вижу тут. Так, что за квест?
Так, это пропустим по-любому. Ладно, короче, пошли скрывать подарки, как обычно. Спасибо, Дмитрий, за диктофон. Спасибо, Макс, за гром. Спасибо, Фаткула, за жучкам. Спасибо, Артём, за барабан. Так, спасибо, Тоя, тоже за жучкам одного. Спасибо, Аиса, за гром. Спасибо, Артём, за барабан. Спасибо, Александр, за еще барабан. И спасибо, Ваня, за гром. Так, спасибо, Вячеслав, за гром. Спасибо, Евгений, за гром. Спасибо, Максим, за гром. Спасибо, Таня, за гром. Спасибо, Петр, за гром. И спасибо, Тоя, за гром. Спасибо, Александр, за гром. И спасибо, Ия, за гром. Так, ну ладно. Короче, тут все вещи из палатки убрал, потому что это неудобно туда сюда ходить постоянно. Уже, короче, снаряжение, короче, инвентарь свой расширить, чтобы было удобнее. Так, значит, у меня гранаты тут есть, сами узнаете для чего попозже. Так, вообще тут мешок купил, тут, точнее, подсумок какой-нибудь большой еще. Так, всякие тут моды храним. Так, на гранаты не обращайте внимания, это просто когда рейдов закупился. Так, еще фишки есть у нас тут, куча-куча всего. Так, кстати, еще тут нового появился глушитель, там на рейде выбил его. Хотя я за это, наверное, установил его, все равно тут хотел постульник ставить. Ну ладно, поспешил, короче. С установкой. Ну ладно. Ну ладно. Так, надо взять зарплату, как обычно, и пойти. Там, Равицкую. То на библиотеку сразу. Так, короче, сегодня будем добивать библиотека этого. Почти всех победил там -то уже. Только 10 остался. Даже сразу бежим к нему. Так, короче, там обычно это по хп оставился, когда сражаюсь с ним. Так что надо тут прибумы нужны. Сразу начинаем кидать их. Вот так, отлично. Ну что ж, смотрим, как будет будет тогда. Кто уж победит. Так, хорошо. Ну, он два раза больше уже сразу. Почти. Да, это будет очень трудно бой. Даже гранат тут на прямом закидывает побольше гранат, как можно выше. Я думаю, что тут и трех гранат хватит для победы. Все ж может быть. Мой бронированный костюм, думаю, меня спасет тут. От его урона. Ладно, хоть кидаем заднюю гранату себе пожарный. Ну все, так его завоили его. И вот наш подстойник, долгожданный. Так, крепи 25 костер. Сразу бежим устанавливать. Опа, ачивка. Так, ну ладно. Пуки пока отходить не будут, пока оставим, может, на квесты будут какие-нибудь. Ладно, короче, пошли тут ставить. По-моему, уже глушить я будет, по-любому. Даже бежим сразу. Так, все, мы тут. Так, как что вот нажал на оружейнику. Так, начинаем оружие снять, конечно, тут. Ладно, короче, начинаем ставить. Смотрим, повезет мне и не повезет. Что будет? Так, давай, короче, хотя бы 4 тысячи будет урон. Хотя бы. Нет, этого маловато. Чуть больше половины. Нет, давайте заново тут. Короче, попытка номер два. Давайте туда положу обратно. А, получится. Ну ладно. Да блин, еще хуже. Ну что ж такое? Я чего забылось тут посрать свою кучу жетонов ради этого. Ладно, короче, последний раз пробуем. Будет, что будет. Давай, пожалуйста, я раздавать 4000 хотя бы. Ладно, хотя бы. Очень нужно. 4 косаря хотя бы. О, шикарно. Почти максимум это уже. Фух, спасибо, Эрам. Спасибо большое. Вот это удача. Так, прошу, короче, прочее не дополняем уже наконец-то этим. А, я же оружие забыл надеть. Да уж. Забыл надеть оружие, только я и так могу. Ладно.
Ну что ж, вроде бы неплохо. По статам и по внешнему виду оружие оставлено. Так что сразу поехали. К бою. Да, здравствуйте, шпион. Что вы тут шпионите? Да, здоров. Контрабандист, как дела? Пока. Так, все. Так, ладно. Давайте же попробуем. Так, уже почти 500 кома. Это я за полтора месяца, кажись, стойка. Так, ладно. На пороге ада. Тебе не первое имя дело с бандитами, но Китай город опаснее многих станций. Таможенные группировки отличаются особой жестокостью и понимают только силу. Не забрасывай тренировки. Выжить в этом аду не так-то просто, сказал десятый. Зловещим голосом, как будто. Ну ладно, короче, сразу начинаем схожаться по-быстрому тут. С уровнями пониже, чтобы слишком много опыта не было. Так, это что у нас тут? Цеховые секреты. Шпионы – самая большая опасность для нашей станции. Кунецкий мост не имеет своей армии, и если нас нападут, мы не выстоим. Только цеховые секреты и мастерство позволяют нам сохранить свою независимость. Точнее, позволяют. Я ошибся немного. Так, 50 шпионов, капец просто. Ну ладно, короче, сразу поведем шпионов туда убивать. Исключительно шпионов. А тут две недели убийца этот квест походить. Поехали, короче. Тогда. Так, вот и все. Так, хочется остались только бои с друзьями. Ладно, короче. Короче, тогда поехали. Это будет надолго. Сразу говорю. Ладно, в бой еще тогда. Так, вот и последний противник. И квест выполнен снова. Так, что тут есть еще у нас? Другой Китай-город. Да, все вот так. Китай-город. Только другой. На оранжевой ветке. Надеюсь, тут вспомнит только свой должок. Кстати, не повинишь пару батареек. А я тебе кулу женщину на карте нарисую. Ха-ха-ха. Да, расслабься, шучу. Так, понятно. Значит, я все же нарисую, товарищ. Больше подруга, все две батарейки. Ну окей, я такой, конечно, пропускать я не буду. Батарейки уже довольно часто выпадают у меня. Каждый день прямо получается там по одной и по две. Так что я все это с легкостью пройду, по-любому. А пока что пошли в Тверскую. Так, ладно, хотя стоп. У меня там еще фишки остались, да? Так, вроде бы, так ладно, давайте коррекцию поменяем тут. Так, музыкальные инструменты хорошо убираем отсюда. Что тут еще есть у нас? А, шпионский набор. Шикарно. Так, что поставить сюда? Давайте спортивную коллекцию на всякий случай. Так. Очень идем на цветной бульвар. И сыграем в покер. Газок. Хорош, давайте сыграем. Так. 500. Ну, окей. Еще разок. Так. 500. Опять 500. Что ж такое? Давайте хотя бы гранаты будут у меня. Хотя бы гранаты хотелось бы. Опять 500. Что ж такое? Опять 500. F1 хотелось бы получить очень. Давайте это перезайдем тогда. Так, давай F1. 100. Всего лишь 100. Что так мало? Опять 100. Ну, ё-моё. Стой, ё-моё, ладно. Ну уже хоть, ну уже что-то, чем ничего, да, верно? Давайте сразу качнемся, только немного. Ладно, все хорош, пусть будет так, 585. Пошли на Тверскую тогда снова, это. Ладно, друзья, короче, думаю, сегодня хватит тогда. Ладно, сейчас, по-моему, брожу, как сражался вчера на рейде и войне. Ну, я хоть мне просили показать это, покажу сразу.
Смотрим. Хорошо, вот такие были очень эпичные битвы. Думаю, вам было интересно. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, к нам подписывайтесь. Продолжение будет в следующем выпуске. Всем до новых встреч, удачи!